В древности королевством на полуострове Драйтир мирно правили два благородных дома драконов. Благодаря своей мудрости царствующие драконы жили в богатстве и правили справедливо. Однако именно известные своей силой и доблестью Ва защищали границы королевства. Столетия бесконечных сражений, крови и разрушений оставили шрамы на сердцах представителей дома Ва. Постепенно их смирение обратилось в честолюбие, храбрость – в жестокость. А братская любовь к царственным особам переросла в ревность. Никто не знает, кому принадлежал древний свиток, наполненный могущественной темной магией. Но после его прочтения дом Ва сгинул в небытие. На его месте возник новый, более могущественный, жестокий и алчный Шайва. Закаленные темной магией Шайва не щадили никого и ничего. Вскоре их армия достигла Вовенсала, великой столицы королевства. Два драконьих рода сражались днями и ночами, и ни одному не давалось захватить преимущество. В конце концов, драконице королеве удалось одолеть своих врагов. Однако Вовенсал превратился в руины, и королевство погрузилось в хаос. Во всех его уголках вспыхнули восстания обезумевших чудовищ, уничтожающих друг друга. Тяжело раненная и окруженная новыми врагами, драконица приказала оставшимся войскам отступить. Угроза возвращения Шайва росла, и королева поняла, что королевству нужна новая столица, а ее армии новый опытный предводитель. Она отправила послов к старому союзнику, Эльфийской империи. Наряду со столь необычными ресурсами эльфы предоставили одного из своих лучших предводителей, молодую подающую надежды эльфийскую дворянку с целым рядом значимых побед за плечом. С этого и начинается ваш путь, воительница. Приветствую, воительница. Меня зовут Натик Хейяван. Я из благородного дома боевых панголинов. Мы близкие родственники могущественной расы драконов, если вы еще не догадались по моей сверкающей чешуе. Меня прислала королева. Приветствую вас на полуострове. Я сопровожу вас в новую столицу. Спасибо, что прибыли так быстро. Я уверен, что драконица будет рада. Нам лишь нужно добраться до городского портала. Он ведет в новую столицу. Будьте бдительны. Сельские районы охвачены восстанием, а дороги кишат злодеями. Хотел бы я, чтобы это была единственная наша проблема. Видели? Над головой. Похоже на дракона Шайва. Но это же невозможно. Прошло всего несколько дней с тех пор, как мы уничтожили последних из них на другом конце континента.
Я так и знал, это Шайва. Вот же неудача. Будем надеяться, что это был всего лишь мародер. Как бы то ни было, мы должны немедленно сообщить об этом королеве. Вижу, королева заручилась помощью жителя материка. Что ж, добро пожаловать, воительница. Чем могу помочь вам и любимцу королевы? Не забывайте о манерах. Любимец королевы был бы признателен. Что касается остального королевства, вижу, некий старый маг преградил нам путь к городскому порталу, нацарапав на камне магические руны. Может, стоит решить проблему? Это прямой путь к новой столице, и было бы разумно охранять его. Вам не кажется, воинственный енот? Вообще-то, я боевой панголин. А сейчас вопрос не в охране. Воительнице просто нужно попасть в столицу. И как официальный представитель Ее Величества Драконицы, я приказываю вам снять заклятие. Что ж, как Ее Величеству угодно. Однако, это сильное заклинание, и для снятия мне потребуется мой краеугольный камень. Он охраняется в Фростхилле. В Фростхилле? Почему там? Для мощных заклинаний нужны мощные компоненты, а этот камень могущественный, слабо сказано. Почему у меня такое чувство, что вы отправите за ним именно нас? А чего вы ожидали? Мне нужно время, чтобы подготовить заклинание. А вы, похоже, очень спешите сдвинуть дело с мертвой точки. Если хотите, чтобы путь был расчищен как можно скорее, то поиск камня в ваших интересах.
Воительница, поторопись, попрошу, я же хвост себе отморожу. Не нравится мне этот маг. Так-так, с возвращением. Вижу мой краеугольный камень у вас. Надеюсь, не обожглись? Нам все по плечу, маг. А теперь убирайте камень. Ну и спешка, как пожелаете. Пожалуйста, отойдите в сторону, не хотелось бы повредить ваш длинный язык. А еще мне удалось собрать немного ресурсов. Они пригодятся для строительства новой столицы. Королева назвала ее Нивенбор, верно? Передайте ей мои наилучшие пожелания. А еще удачи вам, воительница!